Салют. Здрасте. Что у нас? God of War? Четвертый стрим. С вами вновь Эндрю Сан, а не Такун. Кун. И мой маленький... Да. Вчера, на прошлом стриме, в общем. В конце что-то мы подзависли, я подзабыл, что делать. А может быть, и не забыл. Нет, там свет у нас открылся, значит, нам туда идти. Да я смотрю. Куда? Нет, у нас здесь свет не открылся. Я записываюсь, что ты пристал? Харе записываться. Никому ты не нужна. Это я тебе только не нужна. Ну мне точно не нужна. И что мы в ящике в Пандоре взяли? Напомни-ка мне все. Мы ничего не взяли в Пандоре. А зачем мы туда ходили? Что мы там нашли хорошего? В общем, вот надо присутствовать на стримах. Напомни нам всем. Мне и вот. Ничего мы там не взяли, мы до сих пор там ходим. Ясно. Вот. И проходим различные испытания. Он научился нырять? Я нашел трезубец Посейдона. И теперь умею плавать. А вот если кто-то вчера бы спать не пошел? Да потому что очень муторно было. Очень муторно было. Очень муторно с тобой живется. Я сейчас кто-то получит. Надеюсь, вкусной еды. Пиздюлей. Вкусных. На это я не рассчитываю. О, у нас Twitch тебя чинился. Смотри, он сам показывает это количество. Нормально. Я даже не обновляю его. Какой он молодец. Вот. Я же говорил, что я вспомню на свежую тыковку. Это у нас испытание Аида, насколько я понимаю. Потому что испытание Посейдона мы прошли. Наверное. Вот такие дела. Так, вспомнил я, что там делать. Вроде бы. Для этого надо засейвиться точно. Есть вероятность, что будем умирать. Может, нет вероятности. Я вчера здесь так затупил, блин, на полчаса ломал кентавров, да. Ничего нового. Потому что тоже спать хотелось. Надо было выключить и идти со мной спать. Сейчас тебя шары закатают. До свидули. Я же сказала. Ванга, ёпт. Не очень удачно я выбрал момент. Так, свидули. И так не получилось, да? Да ёб тебя за ногу. Да, свидули. Это все пиздец. Да, это фиаско, братан. Залетай. Да, залетай. Пока. Блять, это не обязательно, да, было? Причем у нас много жизни потратили. Так, с другой стороны, тоже есть. Ну, что-то я хз. Оп. Не, надо успеть. Отойти. Оп. Не успею, да? Блин, да что они так рядом катятся, а? Ты вот сейчас открывай. Нет, сейчас за этим вот шаром. Будет еще один шар, и вот так вот, опа. И не успеешь. Опля. Так, нихера здесь нету. Это очень печально. Нормально. Блин, да что-нибудь будет у нас тут? Или я это просто тупо делаю?
Так, первый, ну, может, потом умереть будет, в принципе. А, две двери я уже открыл, три, да? Да. Первые три двери можно не открывать. Не успел. Ага. Жизнь. А, ну можно, в принципе, не это. И не умирать. И не умирать, да. Так, здесь со стороны открыл дверь? Нет, да? Там не надо дверь, да туда беги. Уиии, чемпион, my friend. А, хорошо, так, вот за этим камнем сейчас мы будем вот так вот, опа. Нет, не успел. Почему-то... Тупить. Вот за этим камнем мы сейчас будем тупить. Да нет, он... Нормально. Нормально, если бы он еще вставал и перекатывался сразу же. Наконец-то, что-то нашли. Нам вроде не сюда. Нет, нам сюда. Ну там еще у нас проход был. Ой, надо разыграться. Наехали на меня сегодня, сказали, я хреново играю, а? Кто? Да есть там люди одни, какие-то. Чё-то ты как-то хреново играешь. Да что вы, пришли бы сами поиграть. Ну, я говорю, в чем проблема? Купи карту видеозахвата, купи микрофон, купи компьютер. А потом хреново играй. Конечно. У меня есть деньги, поэтому я могу хреново играть. Чё хочу вообще, то и делаю. Я тут босс. Бляха-муха. Правда, хреново играю. А потому что концентрации никакой нету. Приходится болтать тут с вами. Еще здесь мелкая сидит. Че подпиздываешь? Концентрации у него нет. Да. Ага, молодец. Ну, а понял, о, блин. Вот классно, я отвернулся чисто на пару сек. И все. Так всегда. Так, пацаны, там эти... Давай вот это. Оп. Да, да стоять ты, собак. Да, блин, почему у меня такое окно маленькое? Какое окно? Ну, в смысле, для Перри. Почему у тебя красные теперь мечи? Почему тебе не было вчерашний стрим смотреть? Вот без этого только. Они были красные. Они были желтые. Но они покраснели. Да они такие вроде были. Они желтые были. Он не умирает. Да потому что ты мимо бьешь, конечно. Ну вот что это такое? Он почему-то он не умирает. Вот, нолик. А, стой, стой, братишка. Такой вообще ты странный, возьми жизни. Циц. Выгони. Из хаты. Да я сейчас сама уйду нахрен с такой игрой. Слышь, ты это... Ты меня бесишь, ты должна меня поддерживать. Я тебя поддерживаю. Не поддерживаю. Ну когда ты так пиздос плохо как играешь. Так, я понял, я здесь не пройду. А почему? А вот.
Так, ну у меня магия закончилась, в принципе. Надо было туда сначала сходить. Куда? Вон туда, где эти писюны. А, это с другой стороны, да? Если это с другой стороны, то я сейчас... Там вон магия есть, могу и магию взять. Так, ну, я, если это с другой стороны, то это с другой стороны. Все... Капитан Очевидность. Кэп. Кэп снова с вами. Да-да-да. А говоришь, я тебя не поддерживаю. Я тебе подсказываю. Окей. Все. Я, кстати, не помню, там было помещение, в котором надо было что-то сделать, я его пропустил просто и пошел дальше, потому что я знаю, что в этом помещении был босс. Ну, что мы ищем, я не помню. Но что-то мы ищем. А, у меня оружие усилилось. Быстрее убивает пацанов. Да ебаны. Ой, да нахрен этот меч. А вот и кентавр. Они меня бесят, потому что я что-то их... О, кентавр? Ага. Но он здесь еще стрёмный. Он, и он умер сразу же. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, кентавр. Да хватай ты, господи. Оп. Видел, как ножки обрубаем его? Ай, да парируйся. Кратос, Кратос, парируйся, господи. Кто там? Алло. Мально. Еще и здоровье. Да, там, если пропускаешь окно, что ли, он потом... О, баланс себе, походу, сбивает, или что, я не понимаю. У меня что-то не получается его опять это, законтрить. Ну вот, да, если первый удар пропускаешь, почему-то он потом не контрит. Просто улетел. Потому что кто-то играет. Хорошо. Нет. Да. Ну да, ладно. Конечно, я хорошо играю. Хорошо. Это специально было сказано. Ой, кто-то сейчас выхватит. Хорошо, выхватит. Так, что у нас тут?
Ой, только не говорите, что я поднимаюсь туда, куда я думаю. Куда ты думаешь? Не знаю. У нас осталось 3 перышка или 4 перышка найти. Но их мы их не можем найти. А здоровье у нас на максимуме. Если кто не знает. А то не видно. Ну мало ли. Ты же у меня тупенькая. Я тебя сейчас всеку. Всеки мне тарелочку борща. Пиздюлей? Ты сказал пиздюлей? Я сказал тарелочку борща. Пиздюлей слышится мне. У тебя уши грязные. Да? О-ля-ля. Ой-ой-ой. Как бы сказал жопосранчик. Оп-о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 п. Так, где сундуки сраные, а? А зачем тебе? Прокачаться хочешь? Чтобы, если бы хотел прокачаться, я бы протеины бы искал. Ага. Вот здесь, если упасть, вроде бы... Упади в воду. Умираешь. У нас ту красненькую водичку надо упасть. О, одно перо осталось. Замечательно. Когда я уходила спать, тебе вчера было что-то 2 или 3 всего. Ну, мне осталось одно перо для полной прокачки. А что, на руках он не ходит? Нет. Если здесь не нажимать на кнопочку. Соответствующе. До свидули, бай! Ты вот будешь жрать, мы сейчас здесь и будем 3 дня играть. Не, ну я завтра на пары схожу, а потом можешь ему хоть 8 дней. Сука. Ну, сдавай, сан. Там, блин, надо теперь опять сундуки собирать. Не люблю это место. Оно тебе, видимо, тоже. Чисто для задрочки какое-то место. Ладно, здесь надо просто аккуратно это делать. Надо быть предельно аккуратным. Максимальная концентрация должна присутствовать во мне, сын мой. Все, я тебя наколдовала. Ты, наверное, напердила. Колдовала. Это магия. Твоя магия невкусно пахнет. Ай. Получил? Нельзя оскорблять мою магию. Окей. Я же испугалась за тебя. Господи, у меня... Чувствуешь? Спотел я. Я не чувствую. Чувствуешь, как я за тебя боюсь? Ты меня бесишь просто. Ну это же взаимно. Ну давай быстрей. Тебе же надо прыгнуть туда, тебе некуда идти. Я вижу, что мне надо туда прыгнуть. Капитан, очевидность, да? Ох, хорошо. Все, проверим. Как вот оно так проходит?
Физика. Залазь. Чё залазь? Надо на лестницу долезть. А, ну либо нет. Ой, господи. Так, я вижу вон там сундучок блатной. Окей. Мне бы сейф бы дали бы. Так, не, пока не едем. Идем вот сюда, 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 вот вон туда. Хорошо. Давай перо мне. И что, захотел? Я, кстати, не качаюсь давно. Я давно не качался. Мои мышцы поздулись. Дряблые стали? Да, как у старика. Нормально. Так, ну окей, куда-то пришли. А ты знаешь, как в древности назывался дверной проем? Дверь? Нет. Вот именно этот проем в этом строительстве как назывался, который был под дверью? Откуда я знаю? Не знаешь? Я тоже не знала до сегодняшнего дня. Это, оказывается, портал. Я рад за твой портал. Прикинь. Так, что мы там дверь натянули куда-то. Куда-то натянули дверь. Все сломал, блин. Так, замечательно. Прыгай на лесенку. Ну, сохранись, чуть-чуть, нет? Чуть-чуть за место. Сохранись, нет? Надо сохраниться. Я знаю, не пойму, что это за место. Я бы сначала сохранилась. Что здесь за загрузка? Кольца Пандоры. Ну, кольца Пандоры — это центральная часть нашего храма Пандоры. Так, ну, по всей видимости, туда мы пойдем, когда пройдем испытание Аида. Наверное. Окей. Надо еще будет пробегать. Куда? Блин. А что, прям сейчас будет у нас? Испытание Аида? Да не, надо было там спуститься в одно место. Ну вон же лесенка. Да я вижу, что там лесенка. Двери позакрывались, да? Не, просто вон то помещение, где у нас этот, шары катались. Там просто еще были двери. И зачем мы это сделали? Надо вспоминать, как его дамажить. Ну ладно. Вот так. Привет. Он в броне, поэтому мы сейчас его не сможем надамажить. Я не особо помню, что надо сделать. Я помню, что надо стрельнуть. А вроде так надо сделать.
Вот козлиха степная, да, прячется? Понятно. А, он не дает, смотри, а. А, вроде просто дамажим, мы дамажим. Так, это от этой атаки пытаемся отойти. А когда вот так случается у нас, делаем следующее. Или рано еще. Да, надо на 4, чтобы загорели, чтобы он этот ждали больше. Да как так? Алло. Малыш, давай сюда, подходи. Ему похеру, да, было? Да. Ага. Блин, на нахрен. Блин, а нахрен. Вообще. Ну перекатиками. Да ёб тебя за ногу, крат. Может сейчас получится. Это меня сейчас решили научить, да? Ну да, ты же не умеешь. А, вот сейчас надо было это. Стрельнуть? Ага, вот как раз сейчас надо стрельнуть. Банс. Хорошо. В принципе, если с него магия, в принципе, выпадает. А почему сейчас... Твою за ногу. Пиздюка. Окей. На лямба. Хорошо. О, хорошо, давай, 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 давай. Вот что значит, да, подгорает. Так, что у нас там? Еще надо, да, разочек.
Ты сейчас сломаешь ему броню, а потом его еще бить. Я в шоке. Так, давай это. Не буяй мне тут. Подожди. Все. А, ну все, в принципе, сейчас осталось его заколупать. И это. И проткнуть его, блин. Если первый сам не сдохнешь. Да, е-мое. Что-то он какой-то буйный стал. Ай! Что-то он не ломается, кстати. А, у него он здоровье, эта полоска появилась. Серьезно? Да. Зачем я тут сижу вообще? Можно я пойду? Надо поеблет убить его. Да. Кратос, можешь вернуться? Да ебаный рот, как это уворачиваться? Хорошо. Затупил, да? Надо было сразу стрелять. А может, не затупил? Ну так, не показательное убийство, но все же убийство. Хорошо. Быка за рога, ага. Так, двери у нас откроются, нет эти? Блин, я там двери хочу посмотреть, что за ними. За другими дверями. А мне не открывают. Испытание. Там просто был спуск еще куда-то. Где камни валились. Мы сейчас найдем голову, да, вроде бы? У нас там дверь была, которая не открывалась. Вроде как. Хорошо, сейф. Все, с тебя 1600. Нахрена? Чтоб мне мордочку намалевали. Я тебе сам могу намалевать мордочку. Мой второй сын, последний, отправился за братом в рай. В душе я понимаю, что должен продолжить дело богов. Но они требуют слишком многого, и у меня появились сомнения. Ну, этот архитектор. Архитектор. Хорошо. Опять голову откручивать будем. Ну, это второй сын, да? Забираем бошку. А сколько у него сыновей было? Я не знаю. Семеро. Двое, наверное. Ну или трое. Нет, не ломается. Ладно. Как хочет, да? Ага. Вообще-то. Так, ну я так понимаю, нам обратно идти, да? Хотя он там что-то есть, такое место, как будто, ладно, не прыгает туда.
Качай что-нибудь, нет? В смысле? Не будешь? Тебе 12. Ну, я вижу. Полосок. Я не знаю, у меня мечи на максимуме. Вот почему они красные. А, кстати, может быть, да? Ну вот, что ты там качал второе? Ну вот это вот, не докачал чуть. Еще больше ущерб, еще больше сил. Окей, тоже максимум. Сильная атака, взрыв, атака, молния быстрее. Ну вот я хер, вот это головой медузы не юзаюсь. Стрелы, может, нет? А что у нас-то последнее оружие будет? Давай оставим, может, там последнее оружие какое-то классное будет. О, привет, чувак, опять ты. Вот нам, кстати, маги сейчас зададут, да? Зад... взад дадут. Взад дадут? Зададут. Фу, блин, это ж больно. Лорд Аид, твои успехи впечатляют, Кратос, но твоих навыков недостаточно, чтобы достичь твоей цели. Я предлагаю тебе души Аида, души мертвых, готовых сражаться на твоей стороне. Возьми это оружие, Кратос. Возьми эту силу и используй, чтобы уничтожить своих врагов. Армия Аида. Хорошо, нажмите наверх. И нахрена? А я не знаю, что она дает. Ой, ну нифига, прикольненько. Че, прикольненько? Я нихера не вижу. Прикольненько зато. Она просто летает. И она быстро заканчивается. Зато за тебя дерется. Вообще. Ну еще пусти. Нету, все. Один раз, что ли, было? Два раза пускать можно. Чё за уродская магия? Я говорю. Иди вперед! Во имя Олимпа. Пошел нахрен. Я хочу назад сходить. Говно магию какую-то дал. Можно назад сходить? Нет, нам не дают назад сходить. Это плохо. Возвращаться — плохая примета. Нормально. Я тебе всегда говорю, когда ты домой идешь. Надо туда попасть стопудово, потому что там у нас двери не открытые. И все, да, нам не дают. Ну и идите в попец, коль не даете. Я обиделся. Ух ты, гляньте. На обиженных воду возит. Нет. Да. Когда нам далеко еще плыть? Да. Было бы так в жизни, да? Надо было так... Прокачался такой и плавать умеешь? Или нашел какой-нибудь тризубец Посейдоны? Надо, и плавать умеешь? Надо до конца было доплыть, дойти там. Вон, что там за дверь, что она там блестит? Все, открыли, это последнее, да, центральное кольцо, хорошо. Да не, пойдем сначала туда. А, куда? Надо, вот. Да уже никуда идти. Да вот, сюда. Так, теперь надо совместить, да? Это та дверь. С чем мы будем совмещать, а? Ну, с... не то. Надо было в другую сторону крутить. Окей. Эту хуйню можно покрутить? Да, можно.
Он вроде только в одну сторону. Я тоже хочу, чтобы у нас был дом вот с такими штуками. Покрутил, покрутил, попал на кухню. Жди, я что-то не понимаю, я правильно сделал это? Ага, все правильно. Ну, в принципе, все прошли уже. Все, конец игры? Так быстро? Нет, сейчас на меня нападут здесь вот. Херань. Можно было магией их задушить сразу всех. И шли так хорошо. Окей. Вот. В принципе, все. Слишком ярко. Пожалуйста. Давай. Всем пока. Ага, хорошо. Ну и вот мы уже подбираемся к ящику Пандоры. Хорошо. Показали, что больше мы не потрогаем эти штуки. Больно уж-то и хотелось. Прикольно, да, вот сейчас эффект перехода картинки, нарисованной в трехмерный объект. Да, так. Тын, тын, тын. Твои успехи впечатляют, Кратос. Но помни, когда ты поднимешься на верхний уровень храма, ты не сможешь вернуться обратно. Да мне не хотелось возвращаться обратно, в принципе. Как только Кратос начал подниматься наверх, он понял, что этот храм для охраны ящика Пандоры был создан не просто для врагов богов Олимпа каким-то безумным архитектором. Хоть он и прошел нижние уровни храма Пандоры, Кратос был уверен, что наверху его ждут более сложные испытания. Чем ближе к богам, тем ближе к награде. Вам надо убежать. Поверьте каждому. Каждую тропинку. Проверьте каждую тропинку. О, сатир, блин. Ах, отстой, враг.
еще длинной палкой своей машет. Да умри ты уже. Два сатира, отлично. Козел отпущения, что за чивка? Ах ты, мудачила. Красавчик. Ну ладно, как-то мы затащили. Гарпия кушает. Кратос служил богам достаточно долго, чтобы понять, что гарпии были посланы как предупреждение, напоминание о его прежнем повелителе, чье решение стоило Кратосу всего. Это было давно. Он почти умер от руки варвара. Он продал все, чтобы спасти себя. Арес! Небо всполошилось. И бог войны ступил на землю, опускаясь с Олимпа. Он видел бога в простом смертном. Арес мог спасти Кратоса. Он мог превратить его в великого воина, его слугу на земле. Только требовался залог верности. Моя жизнь твоя, Арес. С этого дня я буду делать, что ты пожелаешь. И его жизнь была спасена. Как обещано, Арес спас своего нового ученика, показывая силу бога. Уничтожая тех, кто убивал Кратоса и его людей. Что касается Кратоса, ни один меч или щит не подобает слуге бога войны. Мечи хаоса, выкованные в самых грязных глубинах царства Аида, однажды прикоснувшись, цепи так и оставались прижженными к плоти, как напоминание о клятве Кратоса. В свою очередь, они дают бесконечную силу. Ярость Ареса взорвалась в нем. Но скоро он узнает истинную цену такой власти. Слишком высокую, даже для Кратоса, чтобы заплатить. Несчастное животное! Я знаю, кому ты служишь! Возвращайся к своему повелителю! Скажи богу войны, что я не принадлежу ему больше. Скажи ему, что пока я жив, он не будет в безопасности. Я найду ящик Пандоры, и я использую его, чтобы увидеть, как он будет дрожать от страха и падет передо мной. Немножко еще лора нам подвезли. Очень классный момент. Кстати, хочу сказать, что данные цепи, да, было показано в ролике, что данные цепи прижглись, не знаю, как это правильно, к рукам. И в новой God of War, которая выходит в 18 году, в апреле уже, там у Кратоса перемотаны, то есть предплечья, перемотаны предплечья бинтом. То есть очень классная отсылка. То есть разработчики-то помнят, что у нас Кратос-то не просто так цепи таскал. Опа, сундучки у нас здесь. Может, магию Аида покачать? Я даже не знаю.
Нужна ли эта магия Аида? Или лучше лук качать? Сила меча увеличена. Давайте меч Артемиды качать, наверное. Может быть, буду еще юзать им. Юзаться. Хотя точно не уверен. Но надо будет попробовать просто. Там у него другие же комбинации. Выше мощь меча. Ого, надо десяточку. Давай тогда... Сильнее атака, мощь Зевса, зажмите L2-3, заряд атаки. Хорошо. В принципе, все. Так. Ну, в принципе, эта атака, наверное, можно будет, это, крошить врагов, я думаю. Надо будет попробовать. Так, что у нас тут написано? А перед вами скалы безумия. Боюсь, я создал лабиринт, в котором нет выхода. И если это так, пусть жестокие боги укажут тебе путь. Окей. Боги нам укажут путь? Скалы безумия. Что-то я не могу раскусить этот меч. Блин, да говно меч. Ребята, да еб, началось. Не люблю такие. Так, надо было сразу сделать. Стой, ну. Ой. Где там у нас? Ребята, ну не надо появляться. Они же там не появились, нет. Я почему-то забыл про это место, мне казалось, храм. Конец. Казалось, что нет. Кто там ворчит, а? Да.
Окей. Плохой у него лабиринт, у этого архитектора. На изичи проходит, он лабиринтов еще, видимо, не видел. У нас есть подъем наверх. Есть проход вот сюда вот. Так, я вспомнил здесь одно место, не очень привлекательное. Блять. Отпарируй. Да отпарируй. Окей. Еще один появился. Блять. Что-то, ребята, вас много тут, вам не кажется? Так, чувак, давай-ка это нахрен иди. Так, здесь не лучше, я понял. Да сколько их тут, бляха. Кратос, Кратос, только не это. Ах. Залетел с края экрана. Парниша. О боже. Боги. Зачем вы так со мной? Все? Сходил я такой за хилкой. Здесь не разобрали, пацаны. А этот чувак всегда ждет меня внизу. Ждет, пока я спущусь.
Ладно, теперь я тебя не особо боюсь. Пошел ты. Коржова, блин. Тощая коржова. Да умри ты уже. Я. Вроде все. Ничего больше не сломать. Куда это мы выходим? А мы выходим к еще к одному подъемнику. Я не помню, как здесь ходить, куда идти, что делать. Давайте поднимемся сразу на первом. Там у нас лестница была в начале сам. Здесь магия есть. Блин, я затупил, у меня же этот гнев Спарты, или как он там есть. Да, не забывай, что он тоже юзабельный. В принципе, сейчас бы он помог, наверное. Куда эта лестница нас ведет? Куда-то ведет. Ну, вроде как, в любом случае, нам придется во все стороны сходить, потому что... Потому что надо будет нам опять два ключа. Или что-то типа того. Да ладно. Это просто за сундуком, да, мы сходили. Привет. Кого ждешь? Ну, допустим, сходим сначала сюда. Ой, здесь опять этот пацан. Отойди. Вот мудила. Там еще один, да? Да парируй его. А, козлина. Да ёбаный цвет, комбуху-то сбивать. Зачем, а? Чел. Комбуху сбивать — это плохо. Так, магия нам не нужна. А может быть и нужна.
А, это те мосты, которые это. Угу. Херовые мосты, короче, я их называю. Да, потому что они вот херовые. Ну, как он говорит, что опять сатира. Да ёшкин кэшкин, а? Ты хреново встаёшь, пацан. Понятно, когда он стоит, надо тоже блокировать. Блин, чё так проходов до хера? Здоровье? Здоровье надо возьмём. Да ёб... Уйди отсюда. Штуки то сильные, а? Блин. Ребята. Ну не скидывайте меня, пожалуйста. Блять. Так, давайте умирать уже. Да? Хватай. Ух. Ладно. Да. Почему я не успеваю? Кратос. Ну, пожалуйста, блокируй атаку, а. Давай. Вот я лошпед, а. Оп. Хорошо, что они хотя бы здоровье восполняют после смерти. Ага, у нее было ожерелье. Хорошо, да, здесь надо две штуки найти. Опа, я увидел. Поэтому, в принципе, я правильно шел. Молодец, что ты вернулась. Ты ждал меня? Нет, я тебя не ждал. Да почему? Почему никто меня никогда не ждет? То, что ты никому не нужна. Я тебе сейчас секу. И буду нужна. Потому что никто за тобой ухаживать не будет. Че ты шутишь? Такая наивная, думаю, что это. За мной надо ухаживать. Я че, я не шникиска. И не песик. Я тебе сейчас нос сломаю. Ой, тут договориться, я чувствую.
Ох. Типа это все? Ну типа да. Куда ты пришел теперь? Рассказывай мне теперь. Вот посмотришь стрим и поймешь. Я сейчас включу. В общем, мы на какую-то это... Гора безумия, что ли, называется. Понятно, ты даже не запоминаешь название, чтобы мне говорить. Да, зачем? Ну, вроде гора безумия называется. Вышли мы из замка Пандоры и начали взбираться на прилежащую гору. Ты если мне будешь тут сидеть выебываться, я выпью весь твой вискарь. Ты не сможешь. Понял. Вылью. Выльешь? Если ты это сделаешь, ты смертный себе приговор это. Нет. Подпишешь. Ой, блин, я пока на тебя смотрел. А, затмила своей красотой? Да нет, чуть не... В смысле, да нет, да? Офигеть. А, сатиры, блин. Так, ребята, а вы не будете, да, спускаться? Им похеру, да. Ненавижу этих врагов. Как я тебя? Каких врагов? Вот этих вот. Почему? Они же хорошенькие. Малыши. Их двое еще. Ой, минус один. Сам упал. До свидания. Ой, минус второй. Кинь в них... Тихо, там что, третий был? У них. Нет, они, походу, приходят откуда-то. Они, походу, не в конец падают. А может, их было четверо? Нет, они в конце падают, смотри. Ребята, вы куда там падали-то? Без разницы, куда они там падали. Мне больше интересно, что здесь у нас. Ничего у нас тут нету. И у нас куда-то спуск вниз есть. Что это за спуск? Хороший вопрос. И подъем есть наверх, который надо опустить. Я здесь вспоминал одно испытание, которое, блин, у нас предстоит. Да, ой-ой-ой-ой-ой, да стой, дайте, дай вот это выбери. Это не то испытание. Блин, много сильно всего. Лучники еще стреляют, подстреливают. Блин, еще один лучник. Вижу этих кентавров. Или кто это, блин? Ну, коров наших. KFC-шных, блин. У нас нет KFC. Ну, это фритаймовских. А ты слышал, что у нас в Благовещенске откроется Макдоналдс? Нет, не слышал. В парке Дружбы. Ну и хорошо, наконец-то можно будет где-нибудь пожрать нормально. В микрахе.
А ты что, в Африке не пожрёшь нормально? В микрахе. Дослушай до конца, бля. Так, давай. А ты что, постоянно в микраху ездишь? Ох, господи, женщина, логики ноль. Сам себе противоречит, говорит, женщина, логики ноль. Это ж понятно. Я констатирую факт. Констатирую. Вожу в абсолют. Что у тебя логики нету? Хватай, Кратос. Да, Кратос, хватай. Специально. Не берет быка за рога. Я тебе тоже меч свой. Скажи. Че злишься? Спасибо, а там монстр меня бьет, нет? Ну ничего страшного, говорят. Игра сломан. Ничего страшного, говорят. Побьет и успокоится. Ладно. Значит, за них неплохо дают эти. Что? Красные сферы. Кстати, можно горгоны потом юзать и морозить их, наверное. Определенный тип врагов. Сильнее мороз, огонь горгонный. Ну и, наверное, меч качать буду дальше. А, армия Ида. Давайте армию Ида, кстати, прокачаем. Ну, в принципе, все, что я хотел, я прокачал уже. Не хватит немножко, да? Ну, как всегда. Так, у нас есть буковки какие-то. А, я помню, что сделать. Твой путь разбит, как и мое сердце. Исцели мою душу, и откроется путь. Патос Вердес 3. Хорошо. Сейчас будем вспоминать, как их поставить. Эту я надо развернуть. Куда я развернуть? В ту сторону. Чтобы этот камешек был тут. Непонятно. Вроде как так. Кратос, давай. Этот камень сейчас затащим. Его можно тащить? Можно. Мне кажется, я не туда ее поставил. Ну, первую. Угу. Ну мы подвинем сейчас. Нет, мы не подвинем, подожди-ка. Может, подвинем.
надо было наоборот, наверное, ставить. У нас же две осталось, да? Да, наоборот, эту мы сейчас развернем. Ее как раз поставим в тот конец. И букву Г развернем. Типа сюда поставишь? Куда? А, ясно. До меня дошло. Ты можешь пинать такие камни? Конечно. Ты что, силач, что ли? Конечно. Что у нас там? Полтора часа идет стрим. Нормально. Устал уже, что ли? Да нет. А ты говорил, не переведет. Молодец. Ну ты лохушка. Это никто не отрицает. Подожди, и чё? А, вот. Всё, окей, встала. Я же тебе так первоначально говорила сделать. Вопрос, куда нам еще один камень ставить? Вот туда. Вот этот маленький. Неспроста он тут валяется. Прям обязательно его надо ставить? Нет, он зачем тут нужен? Может, здесь что-то есть? Ай-яй-яй, сейчас будем опять вытягивать. Почему? Потому что я увижу, что наверх можно забраться. А может быть и не будем вытягивать. Вон, видишь? Говорю, нельзя. Камушки стоят. Что за Инна? Ну это вот эта женщина. Ага. Хорошо. Да, нам не хватает немножко высоты. Че пишет? Говорит, ну все, типа, будьте повнимательны в следующий раз. Напиши, спасибо. И... Опа, она. Кто красавчик? Я красавчик. Где? Во всех местах. Да, перо. Отлично. Где? Покажите мне это красивое место на нем. Оно везде. Я кульминация красоты. Ну, смешно. Красота — это синоним моего имени. Нет. Угу. Когда люди говорят, что что-то красивое, они просто говорят: Андрей. О, это Андрей. О, какой красивый. Угу. Вот. Да? Самооценка-то у тебя нехилая. Красивый и умный, я тебе говорю. Кто? Ты чё? Умный? Где? Я тебе говорю, так оно и есть. Конечно, возьмем уже. Да не бери, оно некрасивое. Без него мы не пройдем. Угу. Отлично. И что это за ожерелье? Она что там было? Дверь была. Ты должна была видеть эту дверь. И нам сказали, что надо там два ожерелья на него повешать. Сейчас а ты уже два забрал? Нет, я одно только нашел. Пока только одно. Но скоро мы найдем второе. Блин, я забыл, кстати, про это место. Совсем мне из головы выпало. Почему-то мне казалось, что после храма Пандоры мы получаем ящик. Я об этом уже говорил, да, наверное? Да. Да ладно. Теперь можно удалить ее номер. Что говоришь? Теперь можно удалить ее номер.
Нахрен она мне не нужна больше. Правильно. Че сейчас ножкой пнет? Нет, не пнет. Оп. Не допрыгнет этот. Подосрал. Паркуриста этого. Чему сразу паркуриста? Ну не знаю. Подожди, а че? Ну тебе надо перебраться. Я знаю. Нахера мне это место? Просто чтобы ты отдохнул. Нравится тебе за воздух держаться? Очень. Он такой мягкий. Так, что там у нас? Можно вниз спуститься? Но зачем только? Только если здесь у нас сундук. Мертвеца? Нет, у нас тут нет сундука. Может, здесь у нас есть сундук? А вот здесь что-то есть. Да все, уже убил его. Так, а как до этого сундука нам добраться? Так, ну не так точно. Мы просто посмотрели, что он тут есть. Ага, я понял. Чувак, не прыгай. Не прыгай, упадешь. Не слушай тебе. И ты не прыгай. Да не пусть прыгай. Прыгай. Да пусть... Не прыгай. И этот пусть прыгает. Не прыгай, пацан. Нет. Как бы предупреждали. Я им говорю, как бы. Не надо прыгать. Как бы твоя совесть не чиста. Не надо, аккуратно, упадешь. Да, моя совесть чиста. Я вообще святое существо. Святое и красивое. Существо, не человек. Святое и красивое существо. Нет. О, смотри, здесь можно спрыгнуть вниз. Ну а я ж тебе о чем говорю. А это куда, интересно? Вниз. Я там был просто. Мне надо в один низ, там, где меня пытались нагнуть, но я пережил. Нагибание это. Все лезут и лезут, а? Как говно в проруби, да? Ага. Где? В проруби. Ну, пойди здесь низко, ты не должен разбиться. И он просто умер. Но он разбился. Как бы мне не нужен. Да что ты спрыгни с этой, да и все. С мостик. Отлично. Как ты мог сразу не залезть сюда? Ой. Хорошо, что здесь был чекпоинт, бля. Чекпоинт. Чем-то он не зацепился. Че, прыгать будут? А, нет, они здесь не смогут. В любом случае, нам здесь спускаться. Хорошо. Что там вниз у нас есть куда-нибудь? Нет, никуда нету. Ага. Рычажок. Блатной. Три семерочки. Так, что-то я не помню,
Посылка какая-то. Это куда и откуда и зачем? И вообще почему? Вспомни бы, где это место теперь. Мне говорят, типа, надо назад идти. Видимо, там, где я видел... Кто тебе это говорит? Игра. Когда я на тебе такое сказала? Где я там видел сундук? Да там, надо было туда пройти. Да не этот сундук. А какой сундук? Другой сундук. Понятно. Капитан Очевидность. Ага, здесь. Так, ребятишки, нам не дают спуститься. Какого хила? Нам говорят, типа, вообще обратно иди. Так, кто тебе это говорит? Блин, нам показали. Где? Не беси меня. Может, я пойду? Еще и спуска быстрого нету. Блин. Стой. Или там где-то можно было спуститься. Так, окей. А этот сейф я... Я трогал тот сейф? Ты не помнишь? Нет. Я же с тобой не разговариваю. Сашка, не говори с ним. Понятно. А я знала. Я что-то сделал неправильно, походу, потому что здесь у нас нету прохода. Никуда. Значит, где-то там наверху был проход. Господи, что это, обратно ползти? Ладно. Кратосон, давай. Наверх хотя бы побыстрее ползти. Слушайте, ну и где здесь? Я что-то не помню, куда идти. Ким, молодец. Можете поздравить, я заблудился. Поздравляю.
добавляю. Здесь у нас нету проходов. Или есть? Подождите. Нет, здесь нету проходов никаких. Ну, Кратос больше не цепляется у нас. Нормально, ты что такое зависнешь? Куда идти, господи? Покажите мне пальцем. Нет, здесь он не спускается. Еще раз попробовать. А, господи, а. Да ладно. Спасибо. А, та-дан, я дурак. Тандер, я обратно спустился. А, господи. Ладно, теперь хотя бы знаю путь. Это ж надо так. А еще говоришь, что ты умный. Если это не играет роли. Угу. Хорошо. Мы спустились. И идем обратно. Окей, одно жрелье есть. У нас есть половинка моста. Теперь мы пойдем вниз, наверное, да? Вернемся обратно. Окей. Здесь мы начали, да? А, я здесь как раз спрашивал, откуда он. Нет, куда? Что упало?
Погодите-ка. One moment, please. Мне все-таки интересует этот проход. Нормально. То есть здесь можно было и так залезть, да? Зачем тогда это делают? Я же правильно понимаю, это же тот самый? Блин, да тот самый. Типа шортката просто открыли. Не очень понимаю его смысл, но понятно, что сейчас будет. Одно из самых нелюбимых мест. На этом моменте при первом прохождении я думал, что я дропну игру. Потому что я никак не успевал. Так, сейчас буду вспоминать, как это делается. Не, уже неправильно было. Угу. Сразу же выпинываем его. Потом еще раз выпинываем. То есть, хорошо. Надо было двигать. Надо было еще немножко подвинуть. Поторопился. Так, это я затупил. Кратос, блять. Так, тянем, перепрыгиваем.
Нормально. Затащили. Затащили кое-как. О, господи, если бы ты упал сейчас, это был бы фейспалм. Конечно, берем ожерелье. Кикбоксер. Причем тут кикбоксер? Странный приз. Здесь больше нифига нету. Теперь, в принципе, понятно, зачем нам этот трос здесь нужен. Тут просто быстрее спуститься. Лифты, лифты, мосты. Угу, нормально. И все, в принципе. С этой загадкой закончено. Ой, Кратос. Нормально. Путь перед Кратосом был чист, но тем не менее воспоминания возвращались. Такие знакомые и вечные, как мечи, прижженные к его запястью. Воспоминания о том, что он сделал во имя Ареса. Воспоминания о том, как он стал слугой бога войны. Животное. В нем не осталось ничего человеческого. Он желал только одного — убивать. Никто не был в безопасности. Все армии пали перед Кратосом и его солдатами, которые следовали за ним лишь для того, чтобы завоевания не останавливались. Все во имя их повелителя. От того, кто пытался сопротивляться, быстро избавлялись. Они построили этот храм, чтобы вознести молитву Афине. Вся эта деревня создана как оскорбление лорду Аресу. Сожгите эту деревню, сожгите ее до основания. Ободренная богом войны, армия Кратоса была безжалостна. Во всем мире их боялись за эту жестокость. Все, что имело значение, было завоевано во имя Кратоса, их великого лидера, который стал непобедимым. Он ничего не боялся. Но кое-что об этом храме, кое-что он забыл. Все его инстинкты говорили ему, что он никогда не должен пересекать храм, никогда не заходить внутрь. Будь осторожен, Кратос. В храме больше опасностей, чем ты думаешь. Но предупреждение деревенского оракула кануло в небытие. Его планы не отменялись. Все, кто выступит против него, должны умереть.
Когда он упивался величием, величие обратилось в ужас. Образы двух его последних жертв остались с ним на всю его жизнь. После того, что он сделал, Кратос знал, что он больше не сможет служить своему повелителю. Теперь он желал только одного – смерти Ареса. Он хочет убить бога войны. Арес, ты должен умереть за то, что ты сделал этой ночью. И он умрет. Да, давай. Кратос, вот дай. Да, блокируй. Пожалуйста. Ладно. Так, кто у нас здесь будет? Ага. Хорошо. Последний рубеж. Ну... Ничего. А здесь закутки тоже. Кто сюда, интересно, поднял столько гробов? Не в лом же было. Могила архитектора. Я очень рад. Не люблю всю эту фигню с кнопками. Ну, это в принципе рано, да, потому что у нас еще все не открыто. Здесь надо сначала одну решетку убрать, а потом уже.
Полутрещина, через трещину видна небольшая комнатка. Хорошо, мы скинем что-нибудь сверху. Ага. Можно зайти. Понятно. Статую мы сейчас поставим, да? На кнопку, в принципе. А наверху что-то было? Что-то там наверху еще есть. Но там все равно одна дверь остается, да? Привет, я уже забыл про вас. Да. Какие же противные враги, а? В первой части. Стоять. Окей. Все. Ага, здесь ребятишки выползли. Так, ты что здесь лазишь-то? Ой-ой-ой. Хват. Да, я. Ой, он мне не даст, да, походу, это сделать? Да хватай, Кратос, эту сраную псину. Нормально. Да дай убить мне собаку. Ладно, 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 все, понял, понял. Подходим к вам поближе. Чё они такие мощные, а? Ты погляди, а. Последняя? Слава тебе яйцам. Так, тут лестницы не хватает.
Кто это у нас? Нормально. Под конец очень много сфер дают. Как бы что не может не радовать. Но так как я юзаю только одно и то же. Более мощные души, хорошо. Нужно десятку, нужно 350. Сильная атака, супер. Ну давайте меч, я не знаю. Попробуем его докачать до конца игры. Стой. Показалось. Так, а это что за кнопка надает? Погодите, ребятишки. Не догнал. Хорош. Оф. Тихо, 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 ребятки. Я пытаюсь придумать. Что сделать, и не могу ничего придумать. Или я там что-то не сбросил сверху. Или здесь. И здесь надо его сбросить. Ну-ка, полезли назад. Кратос, что будем делать? Я не помню. В чем соль?
5 минут музыка играет. А, ну я, да, понял. Сейчас мы этот поставим на кнопку. Ага. А статую сбросим, в принципе, все окей. Ага. Оки-доки. Хорошо, хватай, тягай. Ну ты все, в принципе. Теперь осталось только за время допрыгать. Хорошо, здесь был чекпоинт. Окей. Так, не торопимся. И вот сейчас. Сейвимся. И проходим сейчас. А, ну ладно. В принципе. Так, окей. Да, может мне не показывать, это же хрень. Да нет, Кратос. Окей. Запись, а пыталась остановить меня, сказала, что боги дураки, что я дурак, может, она и права. Но они пришли ко мне, они поверили в меня. Ее надо было остановить, и их нет всей моей семьи. Я больше не могу. Ну, что-то я не понял. Хорошо. А описание многочисленных. Описание многочисленных ловушек, расставленных в храме Пандоры. Внизу каждого описания имя. Патос Верденс III. В принципе, то же самое, да? Ага. Давай, нужна твоя башка. Подожди, это его жена, что ли? Да, походу, жена. Охотник за головами. Хорошо.
Ну-с. Куда-то мы пришли. Ты отсюда начал? Ага. Хорошо. Ну и в принципе на сегодня все. Ну, у нас еще 18 кадров просрали где-то. Все, всем спасибо. Увидимся. Покеда.